ребят, мы в эфире. Внимание! В день независимости Республики Беларусь, в день самого главного праздника нашей страны, нашей свободной, суверенной, самобытной, нашей синеокой небом, отраженным в озерах, нашей золотой нивами и зеленой лесами и прекрасной своими людьми страны, в этот самый лучший, по-особому светлый летний день говорит и показывает город-герой Минск! И этим днем сюда, к безусловно светлому и знаковому для всей страны месту, к стеле мемориального комплекса «Минск. Город-герой» приковано внимание всей Беларуси. Действо, что начнется здесь, с минуты на минуту ждут и Брест, и Гомель, Гродно и Витебск, и Могилев. Ждут все города-труженики, ждут села-пахари, ждут и многолюдные проспекты, и самые тихие улочки и уголки нашей родной земли, наши с вами малые родины. Ведь в этот день всех жителей страны, всех без исключения, нас по-особому роднит. Это очень особое чувство, наша любовь к Беларуси, к стране мудрых традиций, общепризнанных сегодня работоспособности и миролюбия, стране славных спортивных свершений и духовного многообразия, к стране высокотехнологичных перспектив, реализовать которые все мы вместе в силах уже в самом ближайшем будущем, в нашей стране. И да, ее прошлое не было безоблачным, не было исполненным покоя. Даже еще недавно, в огненные годы, свидетели которых живы и среди нас, всего 3/4 века тому отцам, дедам и нашим прадедам пришлось вершить величайший подвиг, чтобы дать стране и нам всем самое простое и ясное, и в то же время всеми самое явно желаемое – мир и свободу. И вот сейчас и впредь не допустить на земле повторения огненных дней призваны дети и внуки героев той войны. Сегодняшние защитники, наша армия, здесь и сейчас около 5000 военнослужащих, более 250 единиц наземной техники, боевые самолеты и вертолеты готовы показать миру мирную, спокойную мощь Беларуси на нашем праздничном параде. Президент Республики Беларусь, главнокомандующий вооруженными силами Александр Григорьевич Лукашенко. Сейчас в парадном строю перед минчанами и гостями столицы на глазах миллионов телезрителей пройдут 19 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчета военной техники. Такое почетное право они заслужили своим ратным трудом и успехами в выполнении учебно-боевых задач. Для них, как и для всех нас, кто пришел сегодня к мемориалу «Минск. Город-герой», участие в празднике – это дань памяти поколению, что принесло нашей земле столь желанную, долгожданную, доставшуюся столь дорогой ценой свободу. Парад! Равняйсь! Мирно! Для встречи справа! На край!
проспект Маширова выезжают две открытые парадные машины. В одной принимающий парад министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков, в другой командующий парадом заместитель министра обороны генерал-майор Сергей Потапенко. Товарищ генерал-лейтенант, войска Минского гарнизона для парада построены. Командующий парадом генерал-майор Потапенко. Объезд войск. Сводный оркестр исполняет встречный марш. Автомобиль с министром обороны направляется к парадным расчетам Военной академии Республики Беларусь, военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Российской Федерации. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Ура! Глава военного ведомства направляется к парадным расчетам офицеров и курсантов Военной академии Республики Беларусь, ведущего военного вуза страны. Здесь готовят специалистов самого высокого уровня управления, от тактического до оперативно-стратегического. Здравствуйте, товарищи офицеры! Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Автомобиль с министром обороны направляется к парадным расчетам курсантов факультетов связи и автоматизированных систем управления, ракетных войск и артиллерии, военной разведки и авиационного факультета военной академии, военно-технического факультета БНТУ. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Глава военного ведомства направляется к парадным расчетам 120-й, 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад, представляющих сухопутные войска вооруженных сил, парадному расчету военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Ура! Министр обороны направляется к парадным расчетам подразделений Государственного пограничного комитета, внутренних войск Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям и впервые представленному на параде расчету женщин-военнослужащих. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Глава военного ведомства направляется к парадным расчетам 38-й отдельной гвардейской Венской краснознаменной десантно-штурмовой бригады и 103-й отдельной гвардейской ордена Ленина краснознаменной ордена Кутузова воздушно-десантной бригады имени 60-летия СССР. Здравствуйте, товарищи десантники! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Ура!
завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне. После прохождения пеших расчетов и механизированной колонны в небе пройдет воздушный эшелон парада. Завершится праздничное шествие войск Минского гарнизона плацпарадом сводной роты почетного караула. Президент Республики Беларусь, войска Минского гарнизона к параду готовы. Министр обороны генерал-лейтенант Равков. Вольно! Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры, дорогие ветераны, уважаемые соотечественники и гости, сегодня наша страна отмечает главный государственный праздник – День независимости. Этот день по праву занял особое место в истории Беларуси. В нем воедино слились священные для каждого из нас понятия «свобода» и «независимость». 74 года назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена столица нашей Родины, город Минск. В борьбе с беспощадным агрессором наши соотечественники – продемонстрировали неизгибаемую волю, твердость и силу духа. Белорусы не покорились фашистским оккупантам и вместе с другими братскими народами победили в самой страшной и кровавой войне 20 века. Суровую годину военного лихолетия подтвердилась истина о том, что нация, вступившая в смертельную схватку с врагом, за родную землю непобедима. Все дальше отдаляются от нас события Великой Отечественной войны. Все меньше становится очевидцев того страшного испытания. Но мы никогда не предадим те идеалы, ради которых сражались на фронтах и в тылу врага героические защитники нашей Родины. К сожалению, сегодня на планете по-прежнему неспокойно. В военных конфликтах, во время террористических актов гибнут ни в чем не повинные люди. До сих пор не удалось восстановить мировой баланс, который был нарушен в конце прошлого столетия. В этих условиях Беларусь активно выступает с инициативой масштабного международного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности. И эта инициатива заслужила высокую оценку. Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношении со всеми странами. Укрепляем союзное государство с братской Россией, расширяем сотрудничество
с Китайской Народной Республикой нашим стратегическим партнером. На принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада. При этом наша историческая память свидетельствует: мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены. Расслабляться нельзя. Поэтому принимаем самые решительные меры по укреплению военной безопасности. Весомый вклад в поддержание высокой обороноспособности страны вносят вооруженные силы. Они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами 21 века. На должном уровне поддерживается боеготовность региональной группировки войск. Реализуется последовательное усиление организации договора о коллективной безопасности. Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наш суверенитет и независимость. Дорогие друзья, в этом году мы расширили формат нашего парада. В торжественном мероприятии принимают участие военнослужащие вооруженных сил не только Российской Федерации, что стало уже доброй традицией, но и впервые Китайской Народной Республики. Отдавая дань памяти событиям Второй мировой войны, мы помним, что она началась на Западе и закончилась далеко на Востоке. Весьма символично, что сегодня потомки солдат-победителей стоят в едином парадном строю. Уважаемые ветераны, выражаю вам особую искреннюю признательность. Исполнив свой долг, вы разгромили агрессора, отстояли для нас право жить в свободной стране. Ваш героизм и самоотверженность всегда будут служить примером для нынешних и будущих поколений белорусов. Земной вам поклон! Сегодняшний праздник – символ мужества и стойкости белорусского народа, преемственности поколений и верности долгу. Он служит напоминанием о том, что судьба Родины, ее настоящее и будущее зависят прежде всего от нашей верности идеалам свободы и независимости, стремления сохранить мир и спокойствие на родной земле. В этот знаменательный день желаю всем добра и благополучия. Слава белорусскому народу, отстоявшему независимость страны! Вечная слава героям Великой Отечественной и Второй мировой войны! Честь и слава защитникам Родины! С праздником вас! С Днем независимости! Ура! Смирно!
торжественному маршу! Поротно! На одного линейного дистанции! Первая рота прямо, остальные направо! Равнение направо! Шагом! Марш! Торжественное шествие на проспекте Машерова открывают самые юные участники парада. Расчет барабанщиков Минского Суворовского военного училища. В этом году учреждение образования отпразднует свой 65-й юбилей. За эти годы училище выпустило более 13 тысяч юношей, из которых более 60 стали генералами, свыше 150 докторами и кандидатами наук. Сотни выпускников училища за проявленное мужество и героизм награждены боевыми орденами и медалями. 6 навечно зачислены в списке личного состава училища. Тысячи мальчишек по всей стране мечтают об алых погонах на своих плечах. Но покоряется мечта только самым целеустремленным и настойчивым. Впервые в парадном строю учащиеся кадетских училищ и специализированных лицеев. Во главе парадного расчета начальник лицея Алексей Дашкевич. В настоящее время в систему кадетского образования входят 8 кадетских училищ и 2 специализированных лицея. Перед трибунами знамя победы, государственный флаг Республики Беларусь и флаг СССР. За ними следуют штандарты 1-го, 2-го, 3-го белорусских и 1-го прибалтийского фронтов, принимавших участие в белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Отдавая дань уважения поколению Великой Победы, проходит парадный расчет курсантов общевойскового факультета военной академии в форме воинов Красной Армии времен Великой Отечественной. Возглавляет парадный расчет начальник курса старший лейтенант Максим Жигулько. Торжественным маршем с флагом Китайской Народной Республики проходит парадный расчет военнослужащих отряда почетного караула Народно-освободительной армии Китая, созданного в марте 1952 года. В его состав входят лучшие представители вооруженных сил Китайской Народной Республики, которые достойно продолжают традиции своих предшественников, принимавших участие в героических сражениях против японских милитаристов. Воины-десантники 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова 3-й степени имени Александра Невского полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил Российской Федерации. Во главе расчета гвардии майор Сергей Кузьминов. Торжественным маршем с боевым знаменем военной академии проходит парадный расчет факультета генерального штаба и профессорско-преподавательского состава военного вуза. Возглавляет расчет первый заместитель начальника академии генерал-майор Геннадий Лепешко. Перед трибуной
учеными курсанты факультета связи и автоматизированных систем управления. Во главе парадного расчета начальник курса майор Евгений Гапанович. Курсанты факультета традиционно участвуют в военных парадах войск Минского гарнизона. Трибунам приближается сводный парадный расчет курсантов факультета ракетных войск и артиллерии, авиационного факультета и факультета военной разведки в современной боевой форме одежды. Возглавляет расчет начальник курса майор Александр Зубкевич. Трибунам приближается парадный расчет военно-технического факультета в Белорусском национальном техническом университете. Во главе расчета начальник курса капитан Николай Гришанков. Перед трибунами флаг сухопутных войск и парадный расчет 120-й отдельной гвардейской Рогачевской краснознаменной орденов Суворова и Кутузова механизированной бригады имени Верховного Совета Белорусской ССР. Во главе расчета командир бригады гвардии полковник Сергей Савсюк. Трибунам приближаются военнослужащие 11-й отдельной гвардейской прикарпатско-берлинской краснознаменной ордена Суворова 2-й степени механизированной бригады. Парадный расчет возглавляет командир бригады гвардии полковник Максим Строчилов. Торжественным маршем с флагом вида вооруженных сил проходит парадный расчет военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Возглавляет расчет начальник курса капитан Евгений Шит. Торжественным маршем проходит парадный расчет курсантов Института пограничной службы Беларуси. Впереди боевое знамя учебного заведения. Возглавляет расчет начальник института полковник Сергей Жилинский. К трибуне подходят парадные расчеты внутренних войск Министерства внутренних дел. Впереди расчета боевое знамя факультета внутренних войск. Возглавляет строй полковник Александр Александронец. Первыми проходят курсанты факультета внутренних войск военной академии. В парадном строю воины 3-й отдельной краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск МВД. Наряду с частями Красной Армии бригада защищала родную землю от немецко-фашистских захватчиков. Перед трибуной с флагом ведомства проходит парадный расчет Министерства по чрезвычайным ситуациям, представленный курсантами Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Во главе расчета начальник университета, полковник внутренней службы Иван Полевода. Впервые в параде во знаменование Дня независимости Республики Беларусь принимает участие парадный расчет военнослужащих женщин. Представительницы прекрасной половины человечества наравне с мужчинами выполняют важные и ответственные задачи по обеспечению военной безопасности государства. Во главе парадного расчета подполковник Елена Шевчук. В парадном строю гордость вооруженных сил Беларуси, воины сил специальных операций. Впереди флаг сил специальных операций. Парадные расчеты возглавляет заместитель командующего силами специальных операций полковник Сергей Андреев. Перед трибунами проходят военнослужащие 38-й отдельной гвардейской Венской краснознаменной десантно-штурмовой бригады. К трибуне подходит парадный расчет 103-й отдельной гвардейской ордена Ленина краснознаменной ордена Кутузова воздушно-десантной бригады имени 60-летия СССР.
Бригада является одним из самых боеспособных соединений вооруженных сил. Входит в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и предназначена для выполнения наиболее сложных и ответственных задач. Сегодня силы специальных операций вооруженных сил являются боевым сплавом высшей категории славных воздушных десантных войск и легендарного спецназа, служат школой воинского мастерства для тысяч граждан страны. Вооруженные силы Республики Беларусь – гарантия того, что любые попытки разговора с нашей страной с позиции силы обречены на провал. Через несколько минут по парадной дистанции пройдут танки, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. Все образцы техники механизированной колонны модернизированы или произведены на отечественных предприятиях и предприятиях наших союзников. Только в прошлом году армия приняла на вооружение более 20 образцов военной и специальной техники. Право первым пройти в парадной колонне предоставлено легендарному советскому танку, символу Великой Отечественной войны, Т-34-85. Он по праву признан лучшим средним танком Второй мировой. К трибунам приближается современная техника и вооружение Вооруженных сил Республики Беларусь. На площади танк Т-72Б. Парадный расчет возглавляет гвардии майор Владимир Казаневич. По своим боевым возможностям и техническим характеристикам этот танк считается одним из лучших в мире. Парадное шествие продолжают расчеты БМП-2, основной боевой машины мотострелковых подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь. Во главе колонны гвардии подполковник Андрей Лещинский. Строю колонна бронетранспортеров БТР-70МБ-1, прошедших модернизацию на белорусских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В результате были улучшены проходимость и защита бронетранспортера. Колонну возглавляет гвардии майор Алексей Макаревич. На марше колонна бронетранспортеров БТР-80, находящихся на вооружении десантных подразделений сил специальных операций. Во главе колонны гвардии майор Николай Гуня. Машина способна выполнять целый комплекс боевых и специальных задач по транспортировке личного состава и его огневой поддержки, как на суше, так и на воде. Перед трибуной высокоманевренные внедорожники «Богатырь», принятые на вооружение подразделений сил специальных операций. Машины обладают отличной проходимостью, способны передвигаться со скоростью свыше 100 км в час. Колонну возглавляет отличник боевой подготовки, один из лучших офицеров 5-й отдельной бригады спецназа майор Андрей Ермоленко. На площади легко бронированные автомобили «Дракон». Они предназначены для транспортировки командного состава и позволяют надежно защитить экипаж от обычных средств поражения. Колонну возглавляет майор Дмитрий Киеня. Автомобили «Дракон» и «Богатырь» являются ярким примером успешного сотрудничества в военно-технической сфере с Китайской Народной Республикой.
Парадное шествие продолжает колонна многоцелевых автомобилей повышенной проходимости ЛИС-ПМ и легко бронированных автомобилей «Волот», разработанных на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Во главе колонны капитан Илья Кудрин. На базе автомобиля «Волот» размещен противотанковый ракетный комплекс «Шершень». Перед трибунами многофункциональные беспилотные авиационные и самоходные роботизированные комплексы, разработанные и изготовленные в Республике Беларусь. В том числе впервые представлены беспилотный бомбардировщик «Бусел МБ» и ударный беспилотный авиационный комплекс «Буревестник МБ». Замыкают колонну роботизированные комплексы «Богомол» и «Кентавр». Сегодня разработками и производством подобных систем занимаются только несколько высокотехнологичных государств. В парадном строю 120-миллиметровый миномет «Сани». Парадный расчет возглавляет майор Виталий Горохов. Для перевозки миномета и боеприпасов используется автомобиль Минского завода колесных тягачей. В ходе армейских международных игр этот автомобиль получил широкое признание, продемонстрировав высокую проходимость и надежность. Перед трибуной 120-миллиметровый полуавтоматический миновет «Нона-М1». Он буксируется армейским автомобилем с расчетом и боеприпасами, при необходимости десантируется парашютным способом на специальных платформах. Во главе колонны гвардии капитан Кирилл Лугвищев. Парадное шествие продолжает самоходная 122-миллиметровая гаубица «Гвоздика». Колонну возглавляет гвардии подполковник Дмитрий Зеленко. Это плавающая артиллерийская установка, размещенная на быстроходном гусеничном шасси, способна вести огонь на дальности свыше 15 километров. В парадном строю 152-миллиметровая самоходная пушка «Гиацинт-С». Во главе колонны подполковник Андрей Корневец. Она смонтирована на специальном лафете, обладает высокой скорострельностью и точностью стрельбы на дальности до 33 километров. На марше 152-миллиметровая самоходная гаубица «МСТА-С». Парадный расчет возглавляет гвардии подполковник Сергей Никипоронок. Предназначена для уничтожения живой силы, артиллерии, танков и другой бронированной техники, средств противовоздушной и противоракетной обороны, пунктов управления, разрушения полевых фортификационных и других оборонительных сооружений. Перед трибуной противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С». Во главе колонны гвардии майор Евгений Косыхин. Предназначен для борьбы с наземными целями, а также с малоскоростными низколетящими воздушными целями. Противотанковая ракета комплекса способна пробить броню толщиной до 600 миллиметров. В строю одна из самых эффективных артиллерийских систем – 152-миллиметровая буксируемая гаубица «МСТА-Б». Возглавляет колонну гвардии подполковник Виталий Бриштен. Предназначена для уничтожения артиллерии противника, его оборонительных сооружений и живой силы. Дальность стрельбы свыше 24 километров. Скорострельность 7-8 выстрелов в минуту. На марше реактивная система залпового огня «Белград» на шасси отечественного производства. Во главе колонны гвардии подполковник Дмитрий Сизякин. Модернизированные на белорусских предприятиях оборонного сектора экономики реактивные снаряды способны уничтожить цели на дальности до 40 километров. Перед трибунами реактивная система залпового огня «Смерч».
Возглавляет парадный расчет подполковник Владимир Подсовский. Одним залпом батарея поражает объекты на площади 18 гектаров. Дальность стрельбы составляет до 70 километров. На марше гордость отечественного оборонно-промышленного комплекса. Реактивная система залпового огня «Полонез». Это самое мощное оружие ракетных войск в белорусской армии. Возглавляет парадный расчет майор Сергей Чазов. В октябре прошлого года успешно проведены боевые пуски модернизированной версии ракетной системы, способной поразить объекты на расстоянии до 300 километров. Парадное шествие продолжает ракетный комплекс «Точка». Во главе колонны подполковник Алексей Мурашко. Он обладает высокой маневренностью и способностью в короткие сроки наносить высокоточные ракетные удары на дальности до 120 километров. Перед трибуной мобильный зенитный артиллерийский комплекс «Зенит». Возглавляет расчет капитан Дмитрий Ермашев. Разработан в вооруженных силах Беларуси для оснащения подразделений ПВО сил специальных операций. В строю зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ». Колонну возглавляет командир зенитного ракетного дивизиона 740-го зенитного ракетного полка полковник Николай Свидерский. Парадное шествие продолжает колонна зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны ТОР-М2. Возглавляет расчет гвардии подполковник Евгений Мять. Появление в армии Беларуси этого комплекса является ярким примером успешного сотрудничества в военно-технической сфере с Российской Федерацией. На марше зенитный ракетный комплекс С-300ПС. Колонну возглавляет подполковник Алексей Иванов. Боевые расчеты дивизионов 15-й бригады неизменно входят в число лучших по итогам учений в рамках Объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое содружество». И замыкают механизированную колонну автомобили УАЗ с флагами сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск ПВО, сил специальных операций. Наш народ вправе гордиться своими вооруженными силами. У нас современная армия и отличная военная техника. У нас замечательные, преданные Родине люди, готовые к ее надежной защите. Сегодня в воздушном параде будут участвовать боевые вертолеты и самолеты военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь и воздушно-космических сил Российской Федерации. Воздушные суда в небе над столицей будут пилотировать лучшие летчики авиации ВВС и войск ПВО. Скорость полета для самолетов составляет от 350 до 500 км в час. Для вертолетов от 60 до 200 км в час. Боковой интервал между воздушными судами 25-30 метров. Открывают воздушный парад вертолеты Ми-8. Вертолет, несущий государственный флаг Республики Беларусь, пилотирует командир вертолетной эскадрильи 50-й смешанной авиационной базы военный летчик-снайпер полковник Александр Королев. За ним следует вертолет с флагом Вооруженных сил Беларуси, пилотируемый военным летчиком-снайпером полковником Александром Рыжковским.
Вертолет с флагом военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны пилотирует военный летчик-снайпер полковник Сергей Кузич. Высота полета вертолетов 150 метров. Скорость летательных аппаратов составляет 60 километров в час. Несмотря на внешнюю схожесть с вертолетами Ми-8, эти вертолеты следующего поколения. Принятые на вооружение воздушные бойцы значительно повысили боевой потенциал авиации Вооруженных сил Республики Беларусь. В воздухе звено боевых вертолетов Ми-24, ведомое подполковником Владимиром Скоркиным. Ми-24 способен уничтожать танки, штурмовать огневые позиции и опорные пункты, сопровождать транспортно-десантные вертолеты и вести воздушный бой, корректировать огонь артиллерии, осуществлять эвакуацию с поля боя. В небе звено вертолетов Ми-8. Боевой порядок «Пелинг» возглавляет экипаж военного летчика первого класса подполковника Дмитрия Матюшенко. Ми-8 – современный многоцелевой военно-транспортный вертолет, предназначенный для перевозки личного состава, а также различных грузов. Вертолет оснащен комплексом броневой защиты и комплексом ночного видения. Экипаж имеет возможность применить стрелково-пушечное, неуправляемое ракетное и бомбардировочное вооружение. В небе над столицей звено боевых вертолетов К-52, ведущие группы военный летчик-снайпер подполковник Сергей Бакин. Этот ударный вертолет воздушно-космических сил Российской Федерации – один из лучших в мире. Он способен поражать как воздушные цели, так и бронированную технику. К-52 принят на вооружение в мае 2011 года и представляет собой дальнейшее развитие модели, известной как «Черная акула». Авиация – это гордость нации. Поэтому мы особо чтим отвагу, доблесть и самоотверженность людей, связавших свою жизнь с воздушной стихией. В небе над Минском военно-транспортный самолет Ан-26 в сопровождении пара учебно-боевых самолетов Як-130. Ан-26 пилотирует военный летчик-снайпер подполковник Александр Мисура. Группу сопровождения в составе двух самолетов ведет военный летчик-снайпер полковник Николай Дрыжков. Двухместный учебно-боевой самолет Як-130 обеспечивает подготовку летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе перспективных истребителей пятого поколения. Гордостью нашей страны является собственная национальная пилотажная школа. Подготовка офицерских кадров для белорусской авиации с использованием современных тренажеров и передовых обучающих программ осуществляется на профильном факультете военной академии. В воздухе группа самолетов-штурмовиков Су-25 в боевом порядке «Ромб». Ведущий группы – военный летчик-снайпер гвардии полковник Дмитрий Цалко. Свидетельством высокого мастерства летчиков авиабазы является выполнение сложнейшего элемента – посадки самолетов на аэродромные участки дорог ночью. Штурмовиков сменяют истребители МиГ-29 в боевом порядке «Стрела». Группу истребителей возглавляет экипаж военного летчика-снайпера полковника Юрия Пыжика. В
Главная цель истребителя МиГ-29 – это борьба за превосходство в воздухе, прикрытие войск и объектов тыла, огневая поддержка сухопутных войск. В воздухе звено учебно-боевых самолетов Як-130. Ведущий группы – военный летчик первого класса, заместитель командира авиабазы гвардии подполковник Олег Олейник. Комплекс управляемого и неуправляемого вооружения позволяет эффективно применять Як-130. В воздухе пара фронтовых бомбардировщиков Су-34 воздушно-космических сил Российской Федерации в боевом порядке «Пелинг» во главе строя экипаж военного летчика первого класса майора Дмитрия Опарина. Су-34 является основным ударным самолетом, предназначенным для нанесения высокоточных ударов по сухопутным и надводным целям в любое время суток. В воздухе пара самолетов воздушно-космических сил Российской Федерации Су-30СМ. Ведущий группы – военный летчик первого класса, заместитель командира авиационной эскадрильи 14-го истребительного авиационного полка майор Владимир Федосеев. В небе над Минском военно-транспортный самолет Ил-76 в сопровождении 5 Л-39. Ил-76 пилотирует военный летчик-снайпер полковник Андрей Лукьянович. Клин самолетов Л-39 возглавляет экипаж военного летчика первого класса подполковника Александра Орлова. Подвигов прошлого, дети и внуки, и правнуки гордых защитников нашей земли. Все, кто сегодня прошел в парадных колоннах, все, кто в наш праздник на боевом посту, все понимают, что цель их – сдержать, не пустить, закрыть дороги деструктивным внешним и внутренним силам, чтобы земля Беларуси ярко цвела под небом и полнились мирные нивы трудами счастливых людей. А для друзей, для гостей, всех, кто приедет к нам с чистым сердцем, наша страна открыта совершенно с иной стороны. Наши войска во всем мире прославились своим особым умением. Четкость и величавость движений, выучка и мастерство сводной роты почетного караула – вот что приводит в восторг всех первых лиц иностранных держав с первых шагов на нашей земле. Украшают и торжества своим присутствием, и настрой задают. Их в плацпарадах участие восхищенно называют концертами. Исполняя под музыку сложнейшие па строевой подготовки, наши бойцы ставят в военном действии четкую, яркую, громкую точку. Без них, без этих безупречных солдат, невозможно представить сегодняшний праздник. Главный день для страны, нынешний день, они вновь показывают все самое лучшее. 115 человек – это элита штатных подразделений почетного караула вооруженных сил, Государственного пограничного комитета, а также внутренних войск Министерства внутренних дел. Программу своих выступлений, как и отдельные ее элементы, военнослужащие роты разработали сами. В
плацпарад наполняется новым набором приемов, фигур и движений. Оригинальных настолько, что подразделения армии других государств считают отнюдь не зазорным их перенять. В центре многоуровневых трехконтурных цветков представлены знамена Министерства обороны Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета и Министерства внутренних дел. Особенностью нынешнего плацпарада является и его выросшая сложность. Даже знакомые элементы, такие как цветок или домино, наполнены новыми приемами. Например, особенностью домино в этом году является закрытая фигура ромба, что придает особую зрелищность всему построению. Да и выполнение каждого элемента будет видно со всех сторон. Неоднократное приглашение роты на торжественные мероприятия за пределами нашего государства – это свидетельство заслуженного признания мастерства белорусских военнослужащих. За последнее время сводной роте почетного караула аплодировали Россия, Китай, Франция, Венесуэла, Польша, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Рота почетного караула является одним из самых элитных подразделений в стране. Основу подразделения составляют военнослужащие срочной службы со всех регионов Беларуси, а служба в нем считается особенно престижной и ответственной. Сегодняшний плацпарад, как и весь сегодняшний праздник, это дань памяти поколению героев Великой Отечественной. Именно они отстояли нашу Родину, чтобы мы, народ, каждый из нас, делали ее лучше и краше. Мы, я, воина в родине.
В исполнении сводного оркестра прозвучала новая песня Леонида Брагинского на слова Ивана Титовца «На параде». Дирижировал сводным оркестром начальник военно-оркестровой службы вооруженных сил, начальник государственного учреждения Образцово-показательный оркестр вооруженных сил Республики Беларусь, заслуженный артист Беларуси полковник Сергей Костюченко. Такие мы, кто пришли сегодня на площадь перед Стелой Минску, город-герой. Кто мы, кто смотрит и видит, и ждет продолжения сегодняшних празднеств в своих родных городах. Кто эти мы, кто восхищенно встречает наших детей, и братьев, и отцов, и наших сестер, наших защитников, шедших в стройных рядах на параде. Тех, кто только сейчас виртуозно вел сложнейшую технику. Тех, кто в это мирное небо нашей страны, чтобы его сохранить, только что поднял эти совершенные, крылатые, боевые машины. Кто мы, о ком нет-нет, да и скажут, что у них, у нас, споря на работу, золотые руки и верные другу, и добрые братьям, истинно золотые сердца. Что объединяет нас, белорусов, всех, кто здесь и сейчас? Кто помнит своих предков. Мы — это те, кто верит в своих детей. Мы хотим, чтобы им, нашим детям, дарило тепло, яркое солнце. Да, мы хотим, чтобы золотые лучи сквозь облака свободно искрились. И чтоб отражались золотом в чистых водах белорусских рек Васильковых. Чтобы налитые колосья клонились над родною землею богатых полей. Мы – семья, мы – родные, народ, мы и есть Беларусь. Мы – те, кто здесь, мы – кто вместе, мы – белорусы. Здесь и сейчас поздравить нас с праздником, пожелать нам и себе
и всей Белоруссии добра пришли около 500 волонтеров-танцоров. Еще 200 ребят стали знаменосцами. Будут еще и сотни других. Ну а тех, кого объединяет сегодняшний праздничный настрой, конечно же, много больше. Много больше становится и белорусов, что вливаются в молодежные программы по воплощению в жизнь всех добрых идей и дел. На смену поколению фронтовиков-победителей, поколениям новаторов и первопроходцев, тех, кто зачинал в нашей стране новые отрасли производств и возводил новые молодые города, им вслед широко и свободно шагает поколение юных. Поколение высокотехнологичного белорусского будущего. Беларусь может дать и дает миру многие тысячи, десятки тысяч талантливых молодых специалистов. Их, наши таланты открывают планете новые глобальные перспективы и горизонты. Но мы, белорусы, не из тех, кто, идя к горизонтам, забывают, откуда пришли. Мы помним и знаем, и любим, и чтим. Наши, свои города, городки и местечки. Где бы мы ни были, мы ждем с нетерпением возвращения домой, где нас ждут. Мы знаем дороги домой. И именно это белорусское знание нам позволяет снова и снова устремляться вперед. 115 городов в Беларуси сегодня. Но наша страна больше, чем сумма чисел и адресов. Она больше, чем цифры и карты. Наша родная страна – это мысли и чувства всех нас и каждого. И значит, в своей красоте она безгранична. We'll be right back.
день для любови и надей, для добра и для красы, как звенели голосы у песнях радостных детей. Нам дается кожный миг, как любить сябром своим, как семьёю дорожить и землю батьков любить, и былое не забыть. На шляхах земных не забыть. Дети. У Беларуси есть ее завтрашний день. С Днем независимости, Беларусь! С праздником!